А вы слышали? Дочь Марго Ануш сделала себе пластическую операцию. А что случилось? Болеет чем-то? Да нет, увеличила себе грудь. Зачем? Алло? Да, я слушаю. Сынок, вставай. Хватит спать. Сосо, вставай. Срочное дело есть. Сос! Да что ж такое? Что случилось? Бери лошадь и скачи к Геворгу. Скажи, окоп вернулся. Ничего себе. После стольких лет? Но смотри, только брату ничего не говори. Он на могиле матери поклялся убить его. Эй, народ, сын Геворга Акоп возвращается. Этот щенок украл деньги у отца и исчез на 10 лет. Как он в глаза отца смотреть будет? Бедная мать от горя умерла, он даже на похороны не приехал. Говорят, он живет в Америке и торгует наркотиками. Придурок, он живет в России, он вор в законе, весь Краснодарский край держит. Если не знаешь, не говори. Воров в законе давно не осталось. После Союза они отошли от понятий и стали хулиганами. Я слыхал, он в Чикаго в тюрьме сидел. Какой нахрен Чикаго? Он в Магадане сидел. Все это чепуха. Самое страшное, он семью опозорил. Боюсь, старший брат убьет его, как и обещал. Эй, кузнец, окоп возвращается. Сын Геворга. Эй, пастух, у Геворга сын возвращается. Окоп. Эй, мужики, сын Геворга, окоп возвращается. А кто такой окоп? Блудный сын Геворга. В смысле блудный сын? Ты что, Библию не читал? Деда Геворг! Деда Геворг! Там звонили! Звонили там! Куда несешь скамейку? Твой отец стол накрывает в честь возвращения твоего брата. Thank you.
Thank you.
Сирохамар, Егдепин, Харрач, Харрач.